Лето, жарко, хочется чего-то освежающего и вкусного. Сегодня мы приготовим холодный огуречный суп на йогурте. Блюдо вкусное, полезное, витаминное, а главное, очень простое в приготовлении. Для него нам понадобится 3 огурца, 1 пучок укропа, 1 пучок петрушки, 1 пучок рукколы, половина лимона, 500 мл натурального питьевого йогурта «Оптималь», 2 столовые ложки оливкового масла, 200 мл воды, соль и зубчик чеснока. Вся зелень и огурцы должны быть тщательно вымыты и хорошенько просушены. Огурцы очищаем от кожуры, нарезаем произвольными кусочками. В чашу блендера кладем укроп, петрушку, рукколу, нарезанные огурцы. Выдавливаем туда сок половинки лимона. Добавляем 2 столовые ложки оливкового масла и, наконец, вливаем главный компонент – вкусный, полезный, натуральный питьевой йогурт «Оптималь». И напоследок чеснок и соль. И взбиваем до однородности. Ставим в холодильник и охлаждаем. Перед подачей добавляем холодную очищенную воду, перемешиваем и можно разливать по тарелкам. Витаминный, вкусный и освежающий суп готов. Он отлично подойдет для семейного летнего завтрака на террасе. Приятного аппетита!